Мир всем. На улице прекрасная солнечная погода. И вот как понять, что на улице очень хорошо и тепло, и солнышко пригревает. А вот достаточно обратиться к нашему знакомому. О, как хорошо-то, да? Ну, вообще просто шикарно. Даже тень от меня падает. Вот. О, значит, на солнышке тепло, забот никаких. Пока комаров нету и мошек. Ну, что у нас тут происходит? Курочки тут. Вон, всякие козочки тут бегают. Сено закончилось. Все, теперь на подножном корме, где кто что найдет. Вот. Ну, бывает такое. В этом году что-то, точнее, в прошлом мало было сена. Вот и курам радости. Вон уже все ходят, что-то ковыряют, что-то ищут. А ты, мелочь, что, прыгаешь, что ли, а? Ох, ты маленькая такая. Маленькая такая. На пружинах вся такая. Ой. Ой. Вот. Ну, пойдем дальше посмотрим, что там у нас на улице. Итак, а тут у нас полным ходом местная речка. Такая однодневка, в общем. Ну, не однодневка, но на несколько дней будет какой-то пик. Когда ее будет очень много в этом году, Игорь Александрович тут на тракторе как проехал. Вон какой мы тут канавки копали, а тут он все решил по-серьезному. Ну, как бы вроде как так лучше. Вот вода раз и большим фронтом сразу потекла и не будет нигде стоять. Так, это мои следы. Я уже начал собирать кленовый сок. Кленовый сок уже пошел. Хожу пока вот так вот. Ну, сейчас вот в ту сторону пойдем посмотрим, что у нас там. Куда там она дальше? Вот она, вода идет. Но в этом году она почему-то вся вот сюда пошла. В ту сторону. Ну, можно... Здесь как-то ее мало, но все равно можно тут это... Сейчас вот ручеек прокопаем сюда. Обычно в канаву шла. Ну, вот на год. Видишь, оттуда тоже Игорь Александрович прокопал. И прям далеко, что если вода туда потекет. Ну, вот сейчас, если вода будет больше, то, конечно, она и сюда потекет. Вот, так что вот так вот. Ну, все, слава богу. Весна пришла. Нанял вот тут бригаду пошкурить веточки. И вот смотри, как они мне прям шкурят. Да так хорошо, так качественно. Вот, видишь? Давай, самое главное, шкурильщица. Правда, мелко еще, видать, не понимает, что происходит. Ну, а так вот остальные-то вон нормально. Помаленечку, потихонечку. И мне хорошо, и им полезно. Вот так вот. С пользой дело. Ну вот, а такая ситуация уже после обеда. Все, уже река рекой. Широким фронтом идет. И все вниз туда. Столько кубометров воды. И все уходит. Все уходит в лога, а из лога идет, ну как бы тут наши лога образуют реку Ермачок, то есть она берет свое начало, река Ермачок, у нас. Вот, поэтому все это уйдет в речку. Я так понимаю, что эта речка Ермачок, она впадает в Обь. Ну вот так. А вот откуда берет начало наш поток, то есть идет с полей. Вот сюда. И вот она. Ух как.
Там немножко, вот здесь вот основная масса. Кстати, она утром тут собиралась, и я это специально сделал такую прорву, чтобы быстрее все уходило, иначе могло бы тоже и назву подтопить. О, какая река широкая. На несколько дней, точнее, ну, пару дней буквально. Один день, два, там максимум три, в зависимости от количества снега, талой воды. Вот так.